Любимая еда. Салат с рукколой, клубникой и яйцом пашот. Любимая книга. Ричард Бах, «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Любимый исполнитель. Барбара Стрейзанд. Любимое место отдыха. Море. В последнее время в основном Средиземное. Любимый город. Москва. Где родился, там и пригодился. С кем из персонажей себя ассоциируете? Алиса в стране чудес. Какой способностью хотели бы обладать? Чтобы у меня была такая волшебная палочка, вот так махнуть ей. И чтобы все люди стали добрыми, хорошими, порядочными. Девиз по жизни. Делай, что должно, и будь, что будет. Какое качество в себе не любите? Иногда мне мешает такая излишняя торопливость. Не хватает чуть-чуть терпения. Сначала подумать, потом сделать. Что больше всего нравится в себе? Несгибаемость. Я человек, который никогда не сдается.